Саянск прибыл флагман боевой техники, который войдет в оружейный арсенал Центра патриотического воспитания и Музея Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34 1942 года выпуска прибыл к нам из Тульской области, прошагав, а точнее проехав, на автомобильном трале полстраны, прежде чем оказаться в Сибири. Профиль 34-ки с детства знаком каждому по сотням кинофильмов и книг о войне, ну и, конечно, по иркутскому комсомольцу, установленному в областном центре. Но ни один из них не вызывал такого трепета, как тот, что прибыл в наш город. Увидев грозную машину здесь, в Саянске, ловишь себя на мысли, что относишься к ней как к живому ветерану, с уважением и благодарностью. Наш танк, а именно так мы будем его теперь называть, не копия, не реплика. Он собран из нескольких частей подлинных боевых машин, участвующих в сражениях на Курской дуге. О том, что «стальной кулак», как называли 34-ку, побывал на полях сражений, говорят отметины, оставленные противотанковыми снарядами на башне и осколочные ранения на тросе. Подлинность деталей нашего танка подтверждается серийными номерами, нанесенными на броне. Кроме того, машина имеет свой номер и грозную надпись по правому борту «Смерть фашистам». Надпись восстановлена «Смерть фашистам», то есть по тому же шрифту, который был изначально. Половина шрифта она была изначально, и половину они восстановили. Некоторые детали уже проходили ремонт на Омском заводе. Есть прям клеймо Омского ремонтного завода танкового. Стальной воин-освободитель, прибыв в Саянск, обрел временное пристанище на базе Саянского теплоэнергетического предприятия. Многотонную машину кранами разгрузили с автомобильного трала, и вот легенда Великой Отечественной впервые касается земли Саянской. Приобретался танк на пожертвования предприятий и организаций города, на средства, собранные в трудовых коллективах, и личные вклады горожан, которым дорога память, кто испытывает гордость за свою страну, за подвиг советского солдата. У меня дед тоже воевал. Он погиб в августе 41 года под Харьковом. И поэтому в память о моем дедушке, о его родственниках, я решила тоже пойти сдать деньги, потому что у меня все-таки и внук растет. Чтобы он знал, он помнил, чтобы свои корни обязательно надо, чтобы такие раритеты, чтобы такие вещи были для подрастающего поколения, чтобы вот в наше время вот этот патриотизм, он развивался, нас воспитывали, но сейчас вот тоже надо обязательно. Идея приобрести танк Т-34 возникла в ходе реализации проекта Саянского благотворительного фонда «Память сильнее времени», который получил поддержку фонда президентских грантов. Напомним, на средства гранта приобретаются экспонаты для будущего музея Великой Отечественной войны, строительство которого по инициативе мэра города Олега Боровского ведется по принципу народной стройки. Ему же принадлежит идея поставить в авангард музейной боевой техники танк Т-34. Наверное, дольше рождалась сама идея, само осмысление, как это все будет, сможем ли мы вообще собрать эти деньги, как это все получится у нас. Долгие обсуждения, решения. А вот от принятия, от окончательного решения до приобретения и доставки время пролетело. Вот сегодня среда, ровно неделя, его в среду отправили. Через всю Россию, считайте, от Тулы там еще почти километров 90 отдуев, Тула, и через Москву, и, будем говорить, половину России прошагал. Вот знаете, вот руку держу на гусенице, смотрю на него, и даже самому пока не верится, что это прибыло, и что вот этот натуральный боевой танк, он со следами осколков, снарядов, с пробоиной в башне будет стоять в городе. Я считаю, это очень здорово. И надеюсь, это на века, это надолго. Это, ну, покуда будет Саянск, покуда будет наша память о Великой Победе. Вот этот раритет с Курской дуги будет находиться в нашем городе. Одно то, что он участник сражения на Курской дуге, это уже говорит о многом.
Ну, я считаю, вообще танк-герой непростое это сооружение. Тем более у него еще и своя история. Вместе с ним ехал танкист с Омска, которого везли, останки танкиста передали в Омске родственникам для постоянного захоронения, тоже был найден на поле боя. Это, то есть, можно сказать, танк ехал с экипажем, с одним из членов экипажа. А в настоящее время силами городских предприятий продолжается подготовка постамента, на котором прибывшая в Саянск 34-ка займет почетное место. Торжественное открытие музея Великой Отечественной войны намечено на 22 июня. К этой же дате легенда танкостроения будет установлена в парке имени 40-летия Победы. Таким образом, в городе появится еще одно знаковое место памяти о подвиге советского солдата, отстоявшего мир на планете.